Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Info, перед нами Motorola Edge 20 Pro, и в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить будильник на данном устройстве. Для этого нам нужно найти приложение, которое называется «Часы», которое по умолчанию предустановлено на наш телефон. Обычно оно выглядит вот так, как здесь у меня. Нажимаем на него. И здесь, в левом нижнем углу, выбираем «Будильник». Нажимаем на плюсик, чтобы создать новый будильник. Выбираем время, когда он прозвенит. Или, нажав здесь на клавиатуру, можем вписать время вручную, к примеру, там 7:25. Нажимаем «Ок». Дальше у нас появляется вот такой вот будильник и его настройки. Если вы хотите, чтобы будильник был одноразовым, не ставим галочку «Повторять». Если вы хотите, чтобы будильник повторялся, значит, ставим здесь галочку. И у нас автоматически включается повтор будильника на каждый день. Убираем дни, которые нам не подходят, к примеру, суббота и воскресенье. Теперь будильник будет звонить с 7:25, точнее в 7:25 с понедельника по пятницу. Дальше мы можем настроить мелодию нашего будильника, нажав вот здесь вот возле колокольчика, выбрать любую мелодию, выбрать мелодию из YouTube или из Spotify. Дальше настроить вибрацию нашего будильника, хотим ли мы, чтобы телефон во время звонка будильника вибрировал или нет. Можем его как-то описать, к примеру, написать здесь какую-то надпись, которая у нас будет высветляться на экран при звонке будильника. Если вы хотите удалить будильник, здесь есть такая корзинка, которая позволяет его удалить. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале, а обязательно подпишитесь, поставьте лайк. И всего доброго. До свидания.